Единственная сеть в Алтайском крае, которая присоединилась к Всероссийской неделе качества, это торговая сеть «Аникс». Во всех 154 торговых точках выделены товары, получившие государственный знак качества. Сейчас это 32 товара. Стратегическая перспектива, стратегический выбор. Будущее региональной розницы связано прежде всего с качественными товарами. Максим Протасов принял участие в дегустации алтайских медов, чая, сыра, колбас и фирменной выпечки. Познакомился с управляющей и сотрудниками магазина. Обсудил с директором торгового двора Юрием Никитиным стратегию развития, которую для себя выбрал «Аникс». Мы видим, что сеть «Аникс» очень клиентоориентирована, во-первых. Во-вторых, мы видим, что эта сеть по-настоящему заботится о своих покупателях, она рядом с ними. Сегодня является данностью то, что к Алтаю по всей стране относится как к чему-то чистому, полезному, здоровому. Роскачество помогает подтвердить эту позицию своей независимой оценкой.